разговаривайте. Шуточки. В течение суток ожидается переменная облачность, ветер слабый до умеренного, температура плюс-минус 16. Ты понял? Нет, ты понял? Это у них называется переменная облачность. А? Льет, как из ведра. Привет, Димочка. А, ты что, не узнал? Зилов. Да. Голова-то? Голова-то, естественно. Голова-то. А? Чего, вчера? Да вот вспоминаю. Да. Да. Скандал? Скандал. Помню скандал, да. Черт тебя знает зачем. Не, не, конца не помню. Да, да. А что, что-нибудь случилось? Да честное слово не помню. Милиции не было? Слава богу, слава богу. Да, да. Ну что они, шуток не понимают? Да ладно, черт с ними, переживут, верно? Ну так что, Дим, когда же мы выезжаем-то? А когда он начался-то? Что ты говоришь? Нет, не помню. Слушай, Дим, а драки вчера не было? Нет? Точно? Странно. Дим, а что, если он зарядил на целую неделю, а? Да нет, я не волнуюсь. Нет, 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 все нормально, все нормально. Нет, нет, все. Все нормально. В полной боевой готовности. Ага. Дима, извини, тут кто-то пришел. Жду твоего звонка. Жду, жду. Ладно, пока. Здравствуйте. Скажите, вы Зилов? Ну, я. Вам. Слушай, парень, ты что-то путаешь. Вы Зилов. Ну и что? Ну, значит, вам. Кто тебе прислал? Пустите, мне надо идти. Молчать, сидеть. Так, незабвенному, безвременно сгоревшему на работе Зилову Виктору Санчу от безутешных друзей. Зилов Виктор Санч, это я. И как видишь, жив-здоров. Как тебе это понравится? Ай? Ну? Где они? Внизу? Ай? Нет, они ушли. Ха-ха. Значит, пошутили и ушли. Ну, я подумала. Нет, погоди. Ты мне вот скажи откровенно. Вот тебе такие шутки нравятся? Остроумно это или нет? Ну, я подумала. Нет, погоди. Ты мне скажи.
А? Ты тоже хорош. Живым людям венки разносишь. А ведь наверняка пионер. Я не знал, что вы живой. Меня попросили, я и принес. Но я пойду. Не пугай. А что они тебе сказали-то? Сказали, третий этаж, 20-я квартира. Просить Зила и отдать. Видишь, как просто. А-а-а. Сколько смеху, да? Разве не смешно? А почему ты не смеешься? А, у тебя нет чувства юмора. Ну, это мы сейчас изобразим. Витя Зилов, первое место. А за что? Не смешно, верно? Ну что, тебе надо идти? Да, надо уроки делать. Уроки дело серьезные. Тебя как звать-то? Витя. Да? Ты, оказывается, тоже Витя. Слушай. Тебе это странным не кажется? Не знаю. Ну ладно, иди занимайся. Заходи как-нибудь. Зайдешь? Хорошо. Алло. Магазин? Веру можно телефонную? Зилов. Зилов. Понятно. Получил! Ангелина Николаевна, получил! Какой этаж? Третий! Привет. Далеко? 10 минут, троллейбус! Поздравляю! Зилов! Спасибо! Спасибо! Поздравляю, раз. Поздравляю! Теперь нужно жениться! Давно женат! Своей, когда узнает. Не переживай, в следующей очередь твоя. Да я подожду, но она... Ле, что ни говори, а квартира – дело великое. Возьми хоть нас, Валерий. Ну? Может, на ее стукнуть хочется. А тут все на виду, все на людях. Вот, дадут квартиру, когда мы еще посмотрим, кто кого. Слушай, а что это шефа узбрело с нами обедать, а? Он жену на юг отправил. Вот оно что! Загулял мужик. Не говори. О! Смотри, Верочка! Идем, идем! Так это же твоя любовь, если не ошибаюсь. Твоя любовь не струйка дыма. Нам лучше не встречаться, понял? А?
Томил! Витя, может, не стоит? По коньячку? Смотри, насчет этого он сам знаешь. Я новосел. Мне можно. Привет. Обрати внимание. Здорово. Здорово. Ну как ты, Дим? Спасибо, нормально, а вы? Неплохо. Садитесь за служебную. Трое! Смотри, какой стал. А в школе Робки был парнишка. Кто бы мог подумать, что из него получится официант? Да, 10 лет учили одному и тому же, а люди получились разные. Вот и верь после этого в педагогику. Слушай, раз шеф согласился посетить новоселье, скажи Валерии, чтоб чистила пирожки, вы за ним заедете, понял? Так, Вить, я-то что, ты понимаешь, что это все... Слушай, я вам на ваше новоселье подарю боксерские перчатки. Ну что, собираешься в отпуск? Ой, Дима, полтора месяца. Доживешь? Не знаю, как дождаться-то. А ты жди спокойно. Если хочешь, чтобы вышел из тебя охотник, не волнуйся. Слушайте, вы, да ваша охота еще полтора месяца, а до конца перерыва всего 35 минут. Дима, управимся? Ну что, попробуем? С нами шеф будет. Значит, 3 салатика, 3 шашлычка. А что он пьет? По-моему, он вообще не пьет. Бутылочку хорошего вина. Ясно. 2. Гуляем. Поздравь его! Получил квартиру? Да. Не ожидал. Серьезно? Не ожидал. Да. А где? Маяковского, 37, квартира 20. Поздравляю. Сегодня в 20:00, новоселье прошу. Нет, ведь не могу. Работаю до 11. Подмени, Димочка. Бесполезно. Завали, Димочка. Завали. Нет, ну, старичок, я так не делаю. Жалко. Я говорю, 10 лет одному и тому же учили, а люди получились разные. Ой! Витя? Да-да. Бесполезно, она тебя заметила. Еще раз шашлычок, как я понимаю. Ну ты скажи, что за порядки в магазинах? Шляется целый день. Привет, Олики. Давно не виделись. А ты чего веселишься? Квартиру получил? Получил. Очень за тебя рада. А ты где пропадал? Дом Верочки на работе. Ну, нельзя же пропадать целыми неделями. А если я соскучилась? Дела, Верочка, дела. Днями, ночами. Ага. Горим трудовой красотой. Смотри, Олька. Найду себе другого. Слушай, а что это ты всех так называешь, а? Как? Да вот, аликами. Все у тебя алики. Это как понимать? Алкоголики, что ли? А может, это твоя первая любовь, Алик? И первая любовь, Алик, и вторая тоже Алик. О, идет! Наше начальство. Очень строгий товарищ. Увидимся вечером. Сегодня? Нет, Верочка, сегодня никак не могу. Почему? Скажи откровенно. Новоселье у меня сегодня. А почему бы тебе не пригласить меня на новоселье? Тебя? Ты знаешь, я бы с удовольствием. Но я думаю, жена будет против. Что здесь особенного? Встретил одноклассницу? Вадим Андреевич, сюда. Добрый день. Здравствуйте. Ее зовут Вера. Очень приятно. Прошу садиться. Садитесь. Дима! Один момент, прошу прощения. Димочка, начинай. Под шашлычок не возражаете, Вадим Андреевич, а? Скажи ты мне, дружок, что такое маджирок? Может, это островок? Я право не знаю. Может, это городок? Вадим Андреевич! Дружок, ну, исключение не повредит. Да, вы так думаете? Да. Ну, может быть, в виде исключения. Вадим Андреевич, причина крупная. Человек квартиру получил. Шутка ли? Да. Дело серьезное. Понеслись!
Это разминочка, Вадим Андреевич. Разминочка вечером в 8:00. Ждем, как договорились. Прошу. Виктор, видите ли, я не знаю. Что такое? Как быть? Настроение неважное. И жена. Понимаете, в настоящее время отсутствует. Вы обещали, Вадим Андреевич, вы обещали. Где, если не секрет, ваша жена? В Сухуми. Видите ли, отдыхает. Ну, она отдыхает, а вам что, нельзя? Ну, действительно, с другой стороны, она там одна, а я здесь. В гостях развлекаюсь, веселюсь. Да вы идеальный муж. За такого мужа, как вы, можно в любую компанию, куда угодно. Да. Она права, 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 Вадим Андреевич. Мы вас ждем. Мы вас ждем, мы вас ждем, ждем. Поехали. Понеслись. Вы советуете пойти? Обязательно. Обязательно. Вы так думаете? Да, я так думаю. Верный муж, я моя слабость. О, берегитесь, Вадим Андреевич, берегитесь. А знаете что? Можно я вас буду называть Аликом? Почему Аликом? А вам не нравится? Я не знаю, но... Но я вас очень прошу. Ну, пожалуйста. Аликом, странно. Но если для вас, если вы настаиваете, если вам так... хорошо. Значит, Алик. Слушаю вас. Хорошая кухня здесь. Я редко бываю, но хорошо кормят. А вы заходите. Здесь по вечерам бывает музыка. Что, и сегодня будет? Да, и сегодня будет. Что будет? Музыка. Да, и сегодня будет. Но вы ведь идете на новоселье. Вы разве не идете? Мне туда не приглашали. Вот как? Ну, на новоселье обычно собираются друзья, а мы с Виктором так, одноклассники. Вот как? Случайно встретились вместе, когда-то учились в одной школе, поэтому какое приглашение? Ну, Вадим Андреевич, я просто не успел. Поэтому милости прошу, Верочка, милости прошу. Благодарю. Спасибо. Только не подумайте, что я напрашиваюсь. Кто так может подумать? Никто? Да. Будет весело. Спасибо. Смешно? Спасибо. Тебя там только не хватало. Запиши адресок. Оп! Ручка. Магазин! Со складу, говорят! Позовите Веру! Тащи все на кухню. О-о-о! Жратва, я скажу тебе, не шуточная. Только никто из них не заслужил такой жратвы. Кроме начальства. Все ничего, только на что мы их усадим? Ну как на что? Женщина на койку, я на стул, ну а остальные все на пол. Начальство? Начальство на пол, на пол, на пол. В другой раз будет давать квартиру с мебелью. Ха-ха-ха! Так, трое на кровати, стул, чемодан, 5 мест. А будет раз, два, три,
6 человек. 7. 7? Почему 7? Мы, Саяпин, Кузаков. Кушак, ты говорил, без жены? Будет еще одна персона. Вот как то. Одна милая женщина. Я тебе не говорил? Представь себе, нет. Слушай, совсем забыл. Ее зовут Вера. В общем, она ничего, интересная. Кушак от нее в восторге. Понятно. Ну, перестань. Давай я тебе лучше помогу. У меня уже все готово. Отлично. Тогда я предлагаю выпить. Вдвоем, что ли? А что? Для начала, я думаю, водки. Не знаю, нехорошо, придут гости, а мы косые. Ой, 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 великая беда. Ведь, слышь, ты не напивайся сегодня, а? Ладно. Ладно. Так. Хватит. Ну что ж, за новоселье. Салют. Мы заживем теперь дружно, верно? Конечно. Как в самом начале. Хуже всего, когда тебя нет дома и не знаешь, где ты. Слушай, а мы знаешь что? Мы устроим дома телефон. А? Нет, я не люблю телефоны. Когда ты говоришь со мной по телефону, мне кажется, что ты врешь. Напрасно. Напрасно ты не доверяешь технике. А знаешь, я получила сегодня письмо. Ну? Да, неожиданно. И думаешь, от кого? От кого? Представь себе друга детства. Так, и что пишут? И как он обо мне вспомнил, удивительно. Ну, наши семьи дружили, а нас называли жених и невеста. Ну, мы разъехались, когда нам было лет по 12, наверное. А когда мы прощались, он заплакал и сказал: «Галка, укуси меня на прощание». Ну и что? Укусила? Да, за палец. Забавно. Ну, он пишет, что ему не удалась семейная жизнь, что намерен весь век прожить холостяком. О, это гениальная мысль. Ведь я хочу ребенка. Ты опять? Пора нам с тобой, слышишь? Ты думаешь? Я знаю, что ты его не хочешь. Да нет, ну, раз по разу, почему бы? Тогда все в порядке. А ты уверена? Ну что ж, поздравляю. Ты не рад, я знаю. Ну почему? Я рад. Нет. Я рад.
Не рад. Рад? Я рад. Гости? С новосельем. Спасибо. Поздравляю сердечно. Ну-ка, дайте-ка взглянуть. Подходящая изба. Держи. Ну что ж, прекрасно. У вас здесь 18 квадратов, кажется. Слушай, какая красота. Ой, ну какая красота. Нет, что и говорить, изба в порядке. Слушай, север, юг. Ой, то. Поздравляю. Все уже в сборе? Красота. Нет, ну просто красота. Но вы ее заинтриговали. Ну что ж, еще раз поздравляю. Поздравляю. Мебель. Немедленно мебель. Красота. Дайте поздравлю. Ну. Наконец-то у вас теперь начнется нормальная жизнь. Не говори. От души. Славно. Здрасте. Славно. Ух, личность. Здравствуй. Вадим Андреевич. Встречайте, Вадим Андреевич. Извините. Это к вам. Кто пришел? Шш, тихо, ну кто? Тихо. Молодая, красивая. Шш, тихо. Знакомьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Вера. Я Валерия. Очень приятно. Привет. Привет. Жена моя. Хозяйка дома. Очень приятно. Галина. Прошу вас. Я поздравляю вас с новосельем. Прошу. Что там, что, а? Подарок. Я думаю, бомба. Ой, открывайте скорее, я умираю от любопытства. Какой восторг! Пузенька ты мой. Какой окрас. Какой окрас. А глаза? Чудесный подарок. Чудесный подарок. Я дала ему имя. Какое? Кристалька. Я назвала его Аликом. Верочка! Если вам нравится, вы можете называть. Нет, Алик, чудесное имя. Оно принесет вам счастье. Браво, Верочка. Ну, Толик. Наши дары. Заноси. Нет, 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 нет. Наши дары. Я вас приветствую в новом прекрасном помещении. Привет. Опоздал? Нет? Ничего? Нет, не опоздал, нисколько. Мы дарим подарок. Да? Очень хорошо. Идем, ты мне поможешь. Интересно. Один не донесет. Я прошу вас садиться. Я прошу вас сюда. Задери кота. Нет, нет, нет. Пусть сначала угадает, что мы ему подарим. Что я должен угадать? Прошу вас. Да не вы, а он. Прошу вас, Верочка, извините. Что я должен угадать? Ну что мы тебе подарим? Вот она. Из собственного гарнитура. Ой, ну ты босяк! Какой ты грязь! А теперь мы, а теперь мы! Одну минуту! Подожди! Ну подожди! Замечательно! Догадайся! Ну подожди! Ну что ты Алика мучаешь? Догадайся, что мы тебе подарим! Ну, подарите мне остров! Ну подожди, ну серьезно! Необитаемый! Ну что ты любишь больше всего? Ну что? Ну, жену это понятно. Ну, жену он уж давно не любит. Перестань! Может, любовницу? Верочка. Ну, сообразил? Не могу сообразить. Тупица! Ну, что ты в жизни на самом деле любишь больше всего? А? Больше всего он любит друзей. Нет. Женщин. Нет. Подарите ему женщину. Верочка. Все, чепуха. Ну? Больше всего он любит работу. Не надо так шутить. Он способный человек. Нельзя так. Так, ты не знаешь, что ты любишь? Так, ну, давай развязывай. А мы вот. Знаем. Толик, развязывай. Ой! Тебя! Как же я не догадался? Очень хорошо. А это шкилки-то? Держи! Это что, керосинка? Товарищи, самое главное в жизни – это утиная охота! Ура! Уберешь он всех к столу. Давай. Ага. По-моему, пора выпить. Ну-ка. Поставь туда. Вадим Андреевич, не будем обижать. Я не хотел бы покидать. Ой, арбал среди двух роз. Извините, я не хотел бы. А сюда посерединке, пожалуйста. Имейте в виду, в сентябре приходим на дичь. Вы не уходите, Вера. Я же не будет в магазин. Ну а что? Ну ты убил хоть раз. Ну вот хоть маленькую, вот такую
что ты? Ребят, покажи, он и в такую-то не попадет, а ты говоришь. За стол, давайте за стол. Ребят, ну что ж, займемся ровно. А вы, Александр, идите тоже. Не стесняйтесь. Да, да, да. Спасибо, но вы ошиблись, я Коля. Коля? Ну какая разница? А вы откуда такой серьезный? А я из иного учреждения. Вот они все работают, а я вскрываю, имеющий место недостаточно. Из редакции, что ли? Да. Злой, наверное. Ужасно. А сейчас еще и голодный. Итак, друзья, поехали. Понесли. Ну что, пивной, что ли? Здесь, по-моему, новоселье. А что ты предлагаешь? Ну, я не знаю, есть какие-то там традиции, обычаи. Наверное, кто-нибудь знает. Я, например, могу сплясать на столе, если хотите. Вера, Вера. Смутно вспоминаю. За четыре угла пьют четыре раза. По традиции. Вспоминаю. Что-то как обормот-то. Вадим Андреевич, на вас одного вся наша надежда. Друзья, не будем ломать голову. Вы люди молодые. Ну, а вы, Вадим Андреевич. Дарик, не приведняйся, ты не так плох. Благодарю. Благодарю вас, Верочка. Да, мы люди молодые. Зачем нам дедовские премудрости? Давайте просто поздравим дорогих хозяев с новосельем. Давайте просто выпьем за новую квартиру. Какой вечер? Вообще, если так можно выразиться, я этот вечер не забуду никогда в жизни. Я тоже, Алик. Вадим Андреевич, назревает семейная драма. Спасибо, Вера. Что такое? Вадим Андреевич, если через полгода мы не получим такую же квартиру, я клянусь вам, я убегу от своего мужа. Я разговаривал с Анатолием, я думаю, все утрясет. Вадим Андреевич, это правда. Я молюсь на вас, как на Бога. Будем надеяться, все утрясет, извините. Будем надеяться. Это я. Вера. Слушай, а это Вера, она кто? Откуда? Что, понравилось? Очень. Так займись. Все ее лег. Помыслие показное. Показное. Ты думаешь? От разве таких не встречал? Каких? Они же черти чем прикидываются, она на самом деле, они глубоко. Что на самом деле? Витя, по-моему, она не та, за кого себя выдает. Коля, ты, как всегда, не прав. Чавала! По-моему, это тебя. Сейчас. Эх, цыганочка! Виктор, благодарю за гостеприимство и за все происходящее. Приятно, правда? Я от нее просто в восторге. Ну, так действуйте, действуйте. То есть, в какой форме? Вы же мужчина, в конце концов. Да что ты, Ну, Вадим Андреевич. Бывать у нас
Часто! А ты иди за нею на край света! Мне твоя жена понравилась. Странно, как-то тебе удалось на такой жениться. Не знаю, Верочка, не знаю. Давно это было, 6 лет назад. Представляю, сколько она натерпелась из-за тебя. Ты Алик из Аликов. Слушай, ты мне завтра позвони на работу, если время будет, а? Ладно. Позвоню. Кажется, этот бодрячок на что-то надеется. Да пусть надеется, что тебе жалко, что ли. Может, мне пойти с ним? Кажется, ты не против? Слушай, я прошу тебя, не болтай. А ты, может, пойти? Ведь начальство все-таки. Не понял. Ты же сама все это придумала. Сама все это затеяла. В чем дело, я не понимаю. Чем ты недовольна? Не взяли Кузакова? Да? Ну так и будем считать. Алло. Бюро информации. Савин, ты? Как нет? Никакой ошибки. Да подожди ты, не дури. Алик, брысь! Зилов! Опоздал на 5 минут. Шеф озверел. Знаешь, что он придумал? Чего? Требует модернизацию, поточный метод, молодое растущее производство, и все это срочно. Это он требовал на прошлой неделе. Ты что, забыл, что ли? А есть что-нибудь похожее? Похоже, есть. Фарфоровый завод. Ну-ка, покажи. Он лежит здесь целый год. Стихи! Ну-ка, открой. О, то, что надо. Поточный метод модернизации. Растущее производство. Но это только проект. А кто написал? О, Смирнов. Знаю. Очень серьезно, товарищ. Но проекты нам не нужны, нам нужны факты. Факты, факты. Факты, факты. Прежде всего, необходимо необходимую температуру, да? Печень. Ну вот, товарищ Смирнов излагает все в настоящем времени. Ну что? Ну как что? Он излагает это так, как будто уже все готово. Понятно? Сколько, ты говоришь, сей труд лежит у нас? Примерно год. Так. Будем считать, что все эти проекты осуществились. И мечта стала явью. Вот и все. Гениально, но рискованно. Ерунда. Проскочит. Никто и не заметит. Подписывай. Я бы с удовольствием, но... Давай, 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 давай. Смелости, смелости, творческой фантазии нам сейчас не хватает. Тебе легко. А вот мне сейчас, когда стоит вопрос о квартире. Вот именно. Слушай, давай бросим «Живи». «Орел», сдаем статью. Товарищ Смирнова, Решка, осознаем, что никакой статьи не было. Погорим. Так и так горим. Шаг, шаг,
Шаг. О, черт, третий я не нашел. От женщины? От Зилова, А.Н. Письмецо от внука получил Федот. От папаши. Смотри, что пишет. Опять помирать собрался. Представляешь, раз или два в году помирать собирается. Вот. На сей раз конец чует мое сердце. Приезжай, сынок, тем паче, что не видели тебя 4 года. А? Представляешь? Такие письма разошлют всей родне. Ну, приезжай все, значит, ах, ох, ох, ах, он лежит доволен. А потом жив-здоров и водочку принимает. Что скажешь? Пенсионер? Персональный. Сколько ему лет? 72 или 75. Старый, в самом деле, помереть может? Нет, старикан у меня крепкий. Ты взял куда съездил? Когда? Ну, вот по сентябре. Ага. Сентябрь – время неприкосновенное. Охота. Витя, я тебе передал тот проект? Угу. Вот это, как же быть, статью, что будем делать? А жребий. Я крупно рискую. Ну, давай рассуждать. Да. Тебе легко рассуждать. Как там у нас было? Орел сдаем, решка не сдаем. А? Шаг, шаг, шаг. Решка. Ты что-то напутал. Чего я напутал? Решка сдаем, орел не сдаем. Давай еще раз. Так. Шаг, шаг, шаг. Еще не поделаешь. Судьба. Ты наверняка теряешь избу. Витя, Бог Троицу любит. Давай бросим жребий в третий раз. Орел, сдаем. Решка, сознаемся. Давай. Шаг, шаг, шаг. Орел. Хоть одно дело сделали. Войдите. Здравствуйте. Здрасте. Это редакция? Да. Понимаете, мне нужно напечатать объявление. Так. Я потеряла одного человека, мне срочно его... Да вы садитесь. Да? Мы постараемся вам помочь. Да? Да, он сделает все возможное. Правда? Вы расскажите, только не торопитесь. Значит так, я потеряла одного человека. Так. Мы с ним ехали сюда в одном вагоне. Его зовут Костя. Ага. Товарищ Сябин. Да, пишу, Костя. А вот фамилии я не знаю. Ага. Товарищ Сябин. Сложнее? Я его обманула. Ну, знаете ли. Но я не виновата, честное слово. Понимаете, я... Мы договорились встретиться в 12 часов у главпочтамта. И как раз сегодня у меня сочинение. Вступительное? Да, я поступаю в ИНЯС. Прибежала, его нет. Так нехорошо. Неслыханный обман. У нас в городе так не поступают. Вот если бы вы могли напечатать объявление... Какое объявление? А я уже все придумала. Пожалуйста. Вот.
Костя, я опоздала. Жди меня у глав... Жди меня, что? И я вернусь, только очень жди. Нельзя? Товарищ Саяпин. А он прочтет, он все газеты читает. Все? Да, все, он даже стихотворение пишет. А одно прям в поезде. И посвятил его вам. А вы откуда знаете? И вы его за это полюбили. Полюбила? Нет, ну что вы. Тогда зачем же его разыскивать? Как? Как зачем? Анатолий, где статья? Чем вы там занимаетесь? Здравствуйте. Вы по какому вопросу, девушка? По личному. Я хотела бы напечатать объявление. Объявление у нас с какой стати? Как? Но ведь это редакция. Нет, это не редакция. Все в порядке, редакция рядом. Наше учреждение называется ЦБТИ. Извините. Центральное бюро технической информации. Извините. Если вам угодно, Виктор, что заниматься девушка, своими делами. Девушка, 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 девушка. Вы думаете о статье? Думаем. Очень интересный материал. Фарфоровый завод. Привет. А ты что ж, не спишь? А, так много работы. Так ты что же, не ложилась, что ли? Ух. Нет, нет, нет. Нельзя так много работать. Нельзя. Мы не лошади. Я просто падаю с ног. Ты знаешь, из этой конторы надо бежать, бежать, бежать. Ну, сама посуди, разве это работа? Ты знаешь, где я был? В Свирске, представляешь, в Свирске. Нет, мне это не подходит, мне это просто не подходит. Я звонил тебе в школу. А ты была на уроке. Слушай, все-таки нам дома нужен телефон. Просто необходим. А? Согласись, Галка. Ты что, не хочешь со мной разговаривать? Странно.
А что, собственно, произошло? Чем ты недовольна? Может, я виноват? Ну, так скажи, сделай милость. А может, давно писем не получала? А? От друга детства? Не пишут, что ли? Ну, я-то тут при чем? Я-то тут при чем? При чем? Ладно, я устал, спать хочу. Дай мне постель. Слышь, я спал всего 2 часа на вокзале. Тебя вечером видели в городе. Что? Интересно. Это очень интересно. Кто же это меня мог видеть вечером в городе, а? И что ты называешь вечером? Если 7 часов, я объясню. Не верю. Ни одному твоему слову. Ты что, серьезно? Ни одному твоему слову не верю. Слушай, это ты зря. Это очень неверно. А как же в семейной жизни без доверия, а? Без доверия в семейной жизни никак нельзя. Да кто же это меня мог видеть? Или, вернее, якобы меня и якобы вечером. Соседка, и ты был не один. Ах, соседка? Да. И я был не один. Мария Васильевна. Да, она. Она. Ну, точно, точно. Но она же близорукая. Как-то она меня могла видеть, а я ее там не видел. Но это же быть не могло. Слушай, Галка, ты стала подозрительной. Соседям ты веришь больше, чем мне. Ты, кажется, устал. Ну и что? Так вот отдохни, раз устал. Ну, не так уж я и устал. Оставь мне, это неприятно. Да. Странно. Когда-то мы обещали друг другу верить. Вспомни-ка, друг другу, а не соседям. Ну, мало ли что было когда-то. А что изменилось? Изменилось? Да. Ну что ты? Просто все прошло. Ха. Только спокойно, без паники. Кое-что изменилось. Жизнь идет, но не у нас с тобой. У нас с тобой все на месте. Во всяком случае, у меня к тебе все в целости и сохранности. Как 6 лет назад. Как в тот вечер. Надеюсь, ты его не забыла? А? Брось. Чего у нас с тобой не сохранилось? Да нет, все в порядке. А если что и изменилось, то мы можем в любую минуту вернуть все на место. Ничего нам уже не вернуть. Ты думаешь? А ну-ка сядь, закрой глаза, и ты увидишь. Только ты закрой глаза. Хорошо, можешь не закрывать. Так. Так. Ну, та комнатка была чуть-чуть поменьше. Стол был так же, кровать так же. Что еще? Что еще? Цветы. Цветы. Ты не помнишь, какие были цветы? По-моему, подснежники, а? Ведь был апрель. Апрель? Прекрати. Не трогай этого. Что значит не трогай этого? Что значит не трогай этого? Для меня тот вечер святая вещь. Праздник. И мы его вернем сейчас. Увидишь. Так, цветы. Цветы. Подснежники. Я пришел к тебе с подснежниками. Ты что, издеваешься? Ну зачем? Что ты? Что ты? Ну как ты не можешь понять? Ну ты ведь сидел у окна, а? Ну сядь, прошу тебя, сядь к окну, сядь к окну! Окно было открыто! Ну сядь к окну! Ты смотрела в окно! Прекрати пугать. Вот Бога не было. Бога не было. Помнишь, ты сказала мне, я хотела бы с тобой обвенчаться? Что я ответил? Я? По-моему, я ничего не сказал.
Кажется, я поцеловал тебя. Что, так и сделаем? А? Оставь меня, пожалуйста, в покое. В покое. Ну что ж, не будем забегать вперед. Итак, все по порядку. Ты стоял у окна. Ты смотрел в окно. Когда я вошел, ты оглянулась. Так. Так. Ну, я вхожу. Я вхожу. Ну, ты оглядываешься. Ну, оглядываешься. Ну, ну, оглядываешься. Ну. Ну что ж ты? Да нет. Ты должна оглянуться. Когда ты оглянулась, мы посмотрели друг другу в глаза. Я понял, что все произойдет в этот вечер. А ты? Ты тоже почувствовала, а? Ладно, не будем отвлекаться. Да все по порядку. Я вхожу. Ну, я вхожу. Да нет. Уверяю тебя. Тогда взгляд был нежный. Ну ничего, сойдет. Я не опоздал? Опоздал. Ты должен был прийти в 6 вечера. Да нет! Пойми, ради бога, мы сейчас там, в тот вечер, пойми, там, понимаешь, в тот вечер. Спасибо. Не лезь. Не лезь, это не оттуда. Сомненько, что ты сказала тогда? Ну? Что ты все забыла? Я помню. Я сел здесь и спросил тебя, хозяйка дома? Все было не так. Тогда ты волновался. Я спросил тебя, хозяйка дома, ты ответила, нет, она сегодня на дежурстве. Ну, отвечай, ну. Да. Она была в тот вечер на дежурстве. Значит, ее не будет сегодня, да? Ее сегодня не будет. Ну, допустим, все было не так. Я сказала тебе. Пойдем куда-нибудь. Нет. Пойдем в планетарий. Ты ведь ни разу там не был. Нет. Ну, хочешь, я провожу тебя до общежития? Ты хочешь, чтобы я ушел? Нет, ну, пойдем погуляем. Прошу тебя. Ну, ну что ж ты говори? Никуда я отсюда не пойду. Почему? Потому что. Ну почему? Потому что я люблю тебя. А если мы немного погуляем, ты станешь любить меня меньше? Что ты говори? Я жить без тебя не могу. Нет, это не то. Ну, что ж ты, неужели ты не чувствуешь? Милая. Нет. Дорогая. Нет, неужели ты не помнишь? Любимая. Неужели ты не помнишь? Не волнуйся, не волнуйся, не волнуйся, не волнуйся. Минутку. Минутку, сейчас все выйдет на место. Все, милая. Иди ко мне. Иди ко мне. Ты не забыл самого главного. Неважно. Ты должен вспомнить то. Вспомни, прошу тебя. Вспомнишь ты или нет? Черт возьми, мало ли что говорит. Мужчина в такую минуту. Ты все забыл, все. Ну, хватит, хватит. Иди ко мне. Иди ко мне.
У нас-то этого больше никогда не будет. Дима, Зилов говорит. Слушай, по-моему, этот дождь никогда не кончится. А? Будет лить 40 дней, 40 ночей. А что, однажды уже так было? Слушай, может быть, мы сейчас поедем, а? Ну, а что? В ключах переночуем. Да? Да скверно, Дима. Честно говоря, отвратительно. Ты знаешь, что мне тут друзья прислали? Венок. Ага. Натуральный. Для гроба, для могилы. А ты что, не слыхал про эту шутку? Ну, слава богу. Есть хоть один приличный человек. Да ну, чего ж тут смешно? Слушай, старина, ты прости за глупый разговор, но скажи, старик, как ты ко мне относишься? Ха. Да нет, не в этом дело. В общем, слава богу, что мы с тобой едем на охоту, а? Жду. Да я вам говорю, что туда звонить бесполезно. Да потому что все одно и то же. Переменная облачность, ветер слабый до умеренного. Да нет, вы взгляните в окно. В окно взгляните. И что это, по-вашему, переменная облачность? А по-моему, это ливень. Что, меня интересует? Когда он кончится, меня интересует. Вам неизвестно. А чем вы там занимаетесь? Тоже мне покорители природы.
Пошутили, мерзавцы. Зилов! 7 минут. Будьте добры, Кузакова. Не занимай телефон. Тебе уже звонили 2 раза. Кто? Жена. Какие планы на вечер? Мы идем на футбол. Вечером я занят. Да не занимай телефон. Алло, Кузаков, привет. Как настроение? Хочешь получить мат, пока у меня есть время? Кто тебе должен звонить? Не та ли девочка? А что? Ты, я вижу, взялся за нее капитально. А? Алло, Ира. Ира. Радость моя. Здравствуй, радость моя. Любовь моя и радость. Зачем ты не со мной? Ира, я скучаю. Я очень скучаю. Ирочка, я тоже очень скучаю. Ну как я докажу? Ну, Ирочка, ну как? Ну-ка я докажу. Я похудел. Я очень похудел. Ты влюбился или ты издеваешься над ней? Я очень. Со вчерашнего дня. Ну почему? Не бывает так быстро? Бывает. Бывает. Алло, Ирочка. Из автомата? К тебе пристают? Ирочка. Ирочка. Ирочка, не улыбайся им! Улыбайся, не мне, улыбайся мне! Ты видишь, какая она хорошенькая! Ирочка, сегодня в 6 вечера в кафе «Незабудка». Ирочка, сегодня в 6 часов вечера в кафе «Незабудка». Только не опаздывай, да? Где вы взяли эту липу? Кто из вас подсунул мне эту наглую дезинформацию? А что, Вадим Андреевич, есть какие-нибудь неточности? Для ошибки это ложь. Сплошное вранье. Ложь. Мерзость. Да, на фарфоровом заводе никогда не было реконструкции. И быть не могло. Да нет, Вадим Андреевич. Ни строчки правды. Ни строчки, все это ложь. Вадим Андреевич. Ведь это ужасно, Вадим Андреевич. Это же скандал. Мерзкая ложь. Где оригинал? Где оригинал? Где оригинал? Погодите сию минуту. Прекратите. Прекратите, я сказал. Зилов, садитесь и сию минуту напишите мне, объясните. И я? И вы. Вы, именно вы. Он тут ни при чем. Это благородно с вашей стороны. Зачем вы его выгораживаете, всем известно, и мне в том числе. Но почему? Почему и на каком основании вы, молодые люди, считаете всех других глупее себя? Почему? Это очень интересный вопрос, Вадим Андреевич. Дальше, Зилов, будет еще интереснее. Здрасте. Здравствуйте. Вас устраивает работа в нашем учреждении? Вадим Андреевич, здрасте. Я сказал здравствуйте. Лирик. Что вы здесь натворили, халтурщики? Да-да. Вадим Андреевич, Вадим Андреевич, да их не ругать, их бить нужно. Жаль, что я слабая женщина, а то бы я на вашем месте им такое устроила. Валерия Михайловна, они допустили ошибку в работе. Недопустимую. Вадим Андреевич, ошибку. Послушайте меня. Их нужно как следует наказать. Особенно моего мужа, Обормот. Вадим Андреевич, что бы вы с ними ни сделали, мне все доставит большое удовольствие. Валерия Михайловна. Валерия Михайловна. Вашему мужу, Валерия Михайловна, не хватает принципиальности. Вашей, именно. Принципе... Вадим Андреевич, Вадим Андреевич, все, что вы можете с ними сделать, им все трынь-трава. Мне очень жаль. Вы знаете, мне в голову пришла блестящая идея. Нет. Вот этого нужно лишить отпуска. Тихо. Его нужно лишить отпуска. Если он хотя бы на день опоздает на свою утиную охоту, он этого не переживет. А этого мы сегодня не пустим на футбол. Ты, слушай. Да.
Будешь сидеть здесь и работать сверхурочно. А мы с вами пойдем на футбол. Вадим Андреевич, они действительно... Мы хотели, как лучше было. Вадим Андреевич, голубчик, вы даже не представляете, что значит для него футбол. На сей раз без последствий не обойдется. Вадим Андреевич. Вадим Андреевич, ну не пойду же я на футбол одна. Вы понесете ответственность за свою вопиющую безответственность. Дай сигаретку. Ты что, куришь? Да черт с ней, с этой квартирой. С этой конторой махну куда-нибудь. На завод или в науку. Брось, Толик. Да. Это я еще могу чем-нибудь заняться. А ты слишком ленив и развращен, как говорит перестань, мой папаш. Перестань, перестань. И жена тебе не отпустит. Войдите. Вадим Андреевич, это просто ужасно оскорбительно и обидно. Что именно? Ну, после того злосчастного новоселья, вы, Вадим Андреевич, придираетесь к нам все больше и больше. То есть? Ну, разве мы виноваты, что эта Вера прокрутила вам Динамо? Динамо? Ну, сбежала. Мы ведь... Вы Виктор, не нравитесь мне все больше и больше. Ну что? Надоели вы мне все. Ты что, не весел? Да так. Мелкие служебные неприятности. Угу. Который час, Дима? 6:40. Если все это для Гали, то вот она, идет. Привет, Галка, садись. Гости будешь. Что? Из дома гонишь? Пора освобождать место. Я так понимаю, прибыл друг детства, да? Не надо, Вить. Я тебя целый день сегодня искала по городу. До тебя невозможно дозвониться. Я решила, что надо торопиться, вот собрала кое-что из вещей. Да, и деньги. Ну, их, наверное, мало. Дима? Да? Одолжи денег, сколько можешь.
А что? Что-нибудь случилось? Понятно. Дело печальное. Ах, батя, батя. Скверно, Дима. Хреново я ему был сын. Так за 4 года и не повидал ни разу. Вот теперь увидимся. Далеко? 5 часов на самолете, 30 минут на пароходе, а там автобусом. Нужно успеть, нужно успеть. Который час? 5:50. Ты иди, Галк, домой, мне нужно побыть одному. Маленько выпить. Может, мы все-таки поехать нам вместе? Я думаю, так будет лучше. Не думаю. Можно я посижу здесь, пока ты тут? Знаешь, ведь я подумала, что именно сейчас мне надо побыть одному. Слушай, тебе совсем не нужна. Только скажи правду. Зачем ты затеваешь скандал? Именно в такой день, когда у меня умер папа. Наверное, я виновата. Но я просто больше не могу. Прости, если я виновата. Ну, не стесняйся. Продолжай. Про письма, про друга детства. Мне нечего рассказывать. Нечего. У вас переписка, шашни, черт знает что. И чтобы я такую женщину привез на могилу своего отца. Иди отсюда, я не хочу тебя видеть. Ты совсем с ума сошел? Постой. Я психанул. Ты меня прости. Да я виновата. Ты меня прости. Я же говорил, что мне надо остаться одному. Который час? 5:50. Иди домой, хорошо? Хорошо. И не сердись. Я не сержусь. Ты когда вернешься? Через 1-1.5 недели, думаю. Угу. Ну, до свидания. Иди сюда. Добрый вечер. Ну, как ты себя вела? Я послушная девочка. Я вела себя так, как ты велел. Ты умница. А ты меня обманул. Ты не похудел нисколько. Только грустный. Я уезжаю. Когда? Вот попрощаемся, и я на самолет. Обязательно надо? Обязательно. Ну, тогда поезжай. А я тебя буду ждать. А долго ждать? 1-1.5 недели. Кто это? Это жена. Я женат. Ну, ты потрясена, огорчена,
А, ты не знаешь, что говорят в таких случаях. Садись, я научу. Извините. Старик, тут вот 90 рублей. Годится. Спасибо, Дим. Не опоздаешь? Пара минут еще есть. Что ты белая, как стенка, радость моя. Ну, я женат в самом деле. Расписан, действительно. Но мы давно уже чужие люди. Добрые друзья. Правда? Правда. Как там с ужином, Дима? А ты, Юрочка, у нас голодная. Ты голодная? Значит, подавать. Значит, подавай. Тебя там встретят? Да, встретят. Ты уверена? Там есть кто-нибудь дома? Ты так быстро собралась. Дома? Да, кто-нибудь из них обязательно дома. Ну, ты хоть отдохни там как следует. Пусть тебя там по ягоды, по грибы поводят. Твой дядя охотник? Дядя? Нет, по-моему, нет. А как там с охотой? По-моему, хорошо. Там прекрасный лес, озера. Поедем. Туда? Ну, пошутила. Нет, я тебя с собой не возьму. Отдыхать так отдыхать. А, и у меня охота. Чего скакать с места на место? Не стоит зря рисковать. Так. Да, конечно, рисковать не стоит. Да. Да, заказывали. Маяковского, 37, квартира 20. Ага, хорошо. Такси. Ну ладно, ты меня не провожай. Чемодан легкий. Собралась? Да, собралась. Ну что, присядем перед дорогой. Когда тебя ждать? Ждать? А ты будешь меня ждать? А как же? Когда ты приедешь? Приеду. Когда-нибудь. Когда-нибудь что это значит? Ну, ничего, пошутила. Приеду через месяц. Так. Ну, давай прощаться. Вспоминай меня иногда. Ну ладно, пока. Ты телеграмму-то пришли, когда приедешь? А, да, обязательно пришлю. Пока. Пока. Алло? Это общежитие. Можно попросить из 40-й комнаты товарища Рожкову, Ирину Николаевну? То есть как некому идти? Мне она по делу нужна. Из института звонят. Кто звонит? Проректор. Я жду. Алло, товарищ Рожкова? Здравствуйте, здравствуйте. Вас беспокоит из института. Да. Проректор. Да. Вы знаете, мы вас приняли в институт. Да, и мы вас не просто приняли, мы вас приняли на повышенную стипендию. Да. И знаете за что? За ваши красивые глазки. Здравствуй, радость моя. Ну, конечно, это я. Я дома.
Ты вот что, быстренько бери такси и ко мне. Нам надо о многом поговорить, да? Нет, 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 здесь спокойнее, удобнее, да. Но ты же собиралась меня перевоспитывать. Вот и начнем прямо сегодня, да. Маяковского, 37, квартира 20. Жду. Ты что, забыла что-нибудь? Да, я вернула, чтобы... Я уезжаю насовсем. А, насовсем это как? Это как насовсем? Это навсегда, навеки, что ли? Да, навсегда, навеки. И ты могла б... Вот не смогла. И когда ты это надумала? Давно. Только, пожалуйста, не надо никаких разговоров, прощай. Постой! Ты ведь мне жена, как-никак. Ты ведь собиралась мне ребенка родить. Можешь не беспокоиться, ребенка у нас не будет. Что? Ты что говоришь? Боже мой, как ты могла? Как ты могла, не посоветовавшись? Как ты посмела? Как? Ну ладно, я опаздываю на поезд. Подожди. Я тебя не пущу, пока ты не дашь слова. Что ты оставишь адрес? Какой адрес? Ну, дяди своего или куда ты там едешь? Я еду не к дяде. А куда ты едешь? Кому ты едешь? Может быть, ты едешь к другу детства, а? К нему? Да. Бросит. Куда я еду, кому, тебе совершенно все равно. Только не делай, что тебя это волнует. Тебе все безразлично. Все на свете. У тебя просто нет сердца. Совсем нет. А у тебя есть сердце. Дрянь ты. У тебя есть сердце, да? Ну, покажи мне его. Покажи мне. Ну, ладно, пусти меня. Что? Торопишься рога мне наставить, да? К другу детства торопишься, да? Но не так-то это просто. Сядь! И жрись! Шлюха! Шеф! Будь друг, подними чемоданчик на третий этаж. Открой немедленно! Открой! Открой, хуже будет! Открой, добром тебя прошу! Не доводи меня, пожалеешь! Ладно, открой, я тебя не трону. А этого друга, слышишь, я его убью! Открывай, никуда ты не уйдешь! Это просто немыслимо, слышишь?
Слушай. Слушай, давай с тобой поговорим откровенно. Мы с тобой давно не говорили откровенно, в общем, беда. Я сам знаю, что я виноват. Я сам довел тебя до этого. Я тебя замучил. Но клянусь тебе, мне самому опротивила такая жизнь. Ты права, мне все безразлично, все на свете. Что со мной делается, я не знаю. Неужели у меня не сердце? Да нет, у меня ничего нет. У меня ничего нет. Только ты одна. А что у меня есть? Друзья? Нет у меня никаких друзей. Женщины. Ну, были у меня женщины. Но они мне не нужны. Боже мой. Боже мой, ну нельзя же все принимать так близко к сердцу. Без тебя мне крышка. Слушай, ну давай уедем куда-нибудь, а? Ну не такие мы старые. Слышишь? Хочешь, я возьму тебя на охоту, а? Слушай, ты такое там увидишь, тебе такое во сне не снилось. Ты знаешь, только там ты себя чувствуешь человеком. Я повезу тебя на лодке. Ты знаешь, только ты учти, мы встанем рано до рассвета. Ты увидишь, какой там туман. А мы плывем, как во сне. И неизвестно куда. Когда поднимется солнце, а ночь. Какая там тишина. Как будто ты еще не родился. И ничего нет. И ничего не было, не будет. И уток я тебе обязательно покажу. Стрелок я, конечно, не важный, но разве в этом дело? На охоту я с собой не взял бы ни одну женщину, кроме тебя. А знаешь почему? Потому что я тебя люблю. Ну, открой же мне. Открыть? А разве ты заперт? И в самом деле. Ку-ку! А что ты на меня так смотришь? Боже мой. Королева. Ой, какая кофточка. Это? Где ты взяла такую кофточку? Да это старая, я в ней вчера была и позавчера. Ты сегодня просто божественно выглядишь. Правда? А кто тебя закрыл? А? Закрыл. Сосед. Понимаешь, взрослый человек, а прикидывается. А как ты узнал, что это я? Неужели ты узнаешь мои шаги? А, конечно. Ты меня в самом деле так любишь? Конечно. Что-то прям не верится. Ха. Ну почему же? А твоя охота далеко? Охота? Очень далеко. А когда? Безумно далеко. Что когда? Поедем. Куда? На охоту. На охоту? Почему смеешься? Не обращай внимания, это со мной бывает. Ну да.
со мной? Нет, конечно. Анекдот вспомнил. Вчера на службе рассказали. Расскажи. Что рассказать? Анекдот. Да нет, не стоит. Нет, расскажи. Ну, там, понимаешь, там муж уехал в командировку. Или нет, жена уехала в командировку. Нет, это очень мерзкий анекдот. Когда мы поедем на охоту? Скоро. Очень скоро. Очень скоро. Скоро. Дим, нам бы выехать пораньше, а? Часиков в 6 утра, представляешь? И к вечеру мы там, а, Дим? Эй, официально охота открывается послезавтра. Ну так я и говорю, представляешь? Завтра надо быть там, а, Дим? Иначе мы пропустим первое утро, а? Не волнуйся, мы успеем. Слушай, ну ты представляешь, а? Сутки, и мы там. На озере, в лодке, тишина, туман. И мы одни. А, за первый выстрел, Дим, а? Не уговаривай, на работе. Ну, ты же с вечера в отпуске, Дим, ну? Я сказал нет. Мне отчитываться, деньги сдавать. А потом мой закон, знаешь. Да, Дим, да плюнь ты на свой закон, Дим. Ну, за первый выстрел, а? Дим. Ни одной. Завтра, ну, Дим, завтра, ну, Дим, ну, Дим, 100 порций. Ну, ладно. Откровенно говоря, осточертел мне этот кабак. Слава богу, месяц его не увидим. За утиную охоту. Слышь, Дим. У меня предчувствие, что мне повезет, слышь, а, Дим? Предчувствие по боку. Не можешь стрелять. Предчувствия не помогут. Ну, сколько ж я могу мазать, да? Витя, я тебе 100 раз объяснял. Будешь мазать до тех пор, пока не успокоишься. Я не понимаю, что это такое. Успокойся, не волнуйся. Я понимаю, рука, глаз, это я понимаю. Рука у тебя нормальная. Глаз на месте. Все ты понимаешь. Ну вот как дойдет до дела ты не стрелок. Посмотри, ну вот сели на воду. Что будешь делать? Ну как, что я... Вот уже вскочил. Зачем? Выпью, чтобы не волноваться. Сколько будет человек? 7. 7 персон. Кто да кто? Да. Все те же. Друзья. Поссорился. Поссорился? Может, да, может, нет. Вить, говорят, у тебя жена уехала. Говорят, ты остался один. Что ты, я не один. У меня невеста. Невеста? Неплохо сказано. А чего ты ухмыляешься? Может, ты здесь бал? Нет. Чего это ты? Я ничего. Ты только не ухмыляйся, когда не следует. Понял?
Может, я женюсь на ней? Помолвка у меня. Понял? Разве я против? И вот что, неси-ка еще пару бутылочек. Имею право раскрутиться. А? Конечно, ведь хозяин барин. О, гости. Здорово. Дима, здорово. Привет. Здравствуй. Вот возьми. Это цветочки. Прошу. Пожалуйста. Здорово. Привет, привет. Привет. А ты зачем сюда заявилась? А Вера пришла со мной. Ах, вот как, вот оно что. Ты его знаешь? Да, к сожалению. Что-то он мне не нравится. Коля, а ты ее ревнуешь? Кто, я ее? Да, я ее ревную. А что в этом плохого? Какие нежности. Слушай, а ты женись на ней. Да знаешь, я так и сделаю. Серьезно? Конечно, пора. А ты что-нибудь против имеешь? Нет, что ты? Что ты? Наоборот, благословляю. Привет, Олеги! Милости прошу. Прошу рассаживаться. Вадим Андреевич, прошу. Добрый вечер. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здорово. Здравствуйте. Привет. Вот пришел взглянуть на отпускника. Ну вот. Все в сборе? Почти все. Вы правы, уважаемые. Жена отсутствует. Поехала к другу детства. А на это место сядет невеста. Невеста. Вы что-нибудь имеете против? Нет, ну все-таки новость. У тебя есть невеста? Да. У тебя же есть жених. Ну ладно, хорошо, хорошо, хорошо. Невеста так невеста. Мне кажется, что если ты пригласил нас сюда, ты мог бы не пить заранее. Так вот. Мог бы воздержаться. Сейчас придет моя невеста. И мы начнем... выпивать. А, Вадим Андреевич, давно мы с вами не выпивали. Но я ведь по этой части и не особенно. Да? А по-моему, вы пьете. По ночам. Дома. Ой, братцы, что я вижу? Гляньте, крабы! Крабы. Красота, роскошь. Можно? Да, крабы, крабы действительно. Прошу любить и жаловать. Ее зовут Ирина. Ну что ж, будем знакомиться. Мой шеф, Вадим Андреевич, руководитель, стало быть. Очень приятно.
Очень приятно. Большой либерал. Саяпин. Тоже крупный деятель. Правда, без квартиры. Но при жене. Пойдем далее. Кузаков. Как я сегодня узнал, жених. А рядом, как ты сама понимаешь, тоже невеста. Все мои друзья. Очень приятно. Я думаю, им тоже очень приятно. Приятно? Конечно! Садись. Ну что ж, выпьем за утиную охоту. Предупреждаю, сегодня будем пить только за утиную охоту. Исключительно. За утиную охоту. Да. Охота ваше хобби. Да. А мы пришли, чтобы проводить. Какое к черту проводить хобби? Охота, она и есть охота. Предлагаю первый тост за открытие сезона. Понеслись. Ну ты что, пригласил нас поглядеть, как ты будешь надеваться? Он со своей охотой совсем помешался. Нельзя так, нельзя так. Мы все твои гости, у каждого свои. Нельзя так. Ерунда. Будете пить сегодня за утиную охоту и никаких. Ну и чего ты добиваешься? Ты хочешь, чтобы мы ушли? Да Витя шутит, как всегда. Вы что, его не знаете? Нет. Ты погляди на них. Погляди на эту компанию, а? Они не пьют. Не закус, они пришли учить меня жить. Перестань. Подожди. Ты их не знаешь. Виктор, я пришел сюда, чтобы... Им так стыдно за меня. Виктор, нам действительно нужно поговорить. Ты себе представить не можешь, как долго я их уговаривал сюда пожаловать. А? Не правда ли, Верочка? Ну, признайся, что тебе стыдно, а? Слушай, сколько я тебя помню... Ты всегда был просто мелким шкодником. Коль. Что с тобой сегодня? Ты не на шутку разошелся. Коля. Чего доброго ты здесь устроишь скандал? Коля, идем отсюда. Нет, 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 не торопитесь. Куда вы торопитесь? Дайте на вас полюбоваться. Вы такая замечательная пара, особенно. Ты не наговорился? Ты все сказал? Пусти! Вы это не пишите, не веста. Просите ее, с кем она тут только не спала. Тихо, не трогай никого. Невеста. За первый выстрел. Он просто совсем обнаглел. Ему кажется, что он уже на болоте со своей двустволкой. В конце концов, здесь общественное место. Семейные люди. Девушки. Да-да-да. Ну, конечно, конечно же. Вы пришли сюда провести вечер чинно, благородно. И вдруг такое безобразие, да? Я не понимаю. Ну, почему ты так ко всем? Ну, почему? Почему? Ну, хорошо, они хотят пожениться. Ну, надо поздравить. Да. Ну, нету. Да. Ну, нет у них квартиры. Ну, зачем же смеяться? Зачем смеяться? Дальше. Ну, а вы? А вы? Да, действительно. Вы, ну спасите же его! Вы же спасите его, его! Он гибнет, ну... товарищи! Он сбивается! Вить! Общественность, общественность! Куда ну, смотрят старшие товарищи? Ты ведь куда? Будешь старым куда? Тоже когда-нибудь! Ну правда, товарищ! Вить! За второй выстрел. Идем. Идем.
браконьер! Вот и прекрасно! Легись к чертям собачьим, знать вас больше не желаю! Не шуми, шуми! Сволочи! Не разрешается! Залпом из всех орудий. Ой, елки-палки. И ты убирайся. Убирайся отсюда. Кого-кого? Девушку ты зря обижаешь. С такой милой девушкой я так не разговаривал. Да? Что-то не меня уставилось. Что-то не меня уставилось. Иди сюда! Слушай, лакей, убери отсюда. Убери. Я хочу остаться один. Ты понимаешь? Я хочу остаться один. Я лакей. А в чем дело? Я спрашиваю, я лакей? Ты? Лакей, а кто ж ты еще? Общежитие, вы не могли бы позвать из 40-й комнаты Ирину? Как уехала? С вещами? Приемная комиссия. Здрасте, вас беспокоит из редакции молодежной газеты Кузаков. Да, Кузаков? Будьте добры, скажите, к вам поступала Рожкова Ирина Николаевна. Вы не могли бы сказать, что с ней? Поступила она или нет? Поступила. Ну вот, а мне? Как взяла документы? То есть как, поступила и взяла документы? Скажите, пожалуйста, а вы ее знаете? Скажите, если она зайдет, вы не могли бы ей передать, что ей звонил Зилов? Да, Зилов! И что он умоляет ее позвонить ему. Да, умоляет, так и передайте. Где он? Герой. Очередной скандалист. Взяли? Взяли. Ты ногами передвигать можешь? О, извините. Ну, двигайся, двигайся. Давай, завести. Держись! Чучело! О, дождь пошел! Куда вы меня ведете? Куда вы меня ведете? Домой! Я не хочу домой! Я там не видал! Витя! 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 Не хочу я утром на охоту ехать! Что? На охоту? Правильно, мне на охоту! Ну? На охоту надо торопиться! Я люблю охоту! Витя! Надает, а? Надает, а? А, Витька? Покойник? Труп! Да. Так, кажется, нам придется тащить с тобой на руках. Покойничек. Взяли. У меня блестящая идея. Завтра мы его устроим. Что? Сюрприз. Он нам сегодня, мы ему завтра. Покойничек. Ой. Очень смешно. Привет, Саяк. Кузаков тоже там? Получил. Умираю со смеху. Конечно. Ну так что, ребята, приходите на поминки. Ай? Доведем это дело до конца. Как что делать? Как водится. Выпьете, закусите. Да прямо сейчас. Жду. Прекрасно. Прекрасно.
А как уроки, порядок? Прощай, Витька! Дима, ты знаешь, я не поеду. Да нет. Хотел тебя предупредить. Да я вообще не еду. Раздумал. Да вот раздумал. У меня другие планы. Да ну что ты, Дима, где мне с тобой тягаться? Я еще хочу спросить тебя, Димочка. Я тебя вчера не обидел. И ты мне дал по роже. Правильно? Ну что ж, значит, за дело. Дима, минуточку, минуточку. Ты чем сейчас занимаешься? Да вот хочу пригласить на поминки. На мои. Ха-ха. Да вот надоело. Или я ей надоел. Одно из двух. Да. Ну, короче, придешь? Да? Приглашаю. Да. Ну все, договорились.
Да. Витька, нахал, что? Кусаться надо! Витька! Отдай! Стучаться надо! Это не игрушка! Отдай! Кусаться надо! Отдай! Держи его! Ты что? Я здесь, вот он! Ты с ума сошел, что ли? Игроки! Регрей, а если бы не на такси, а? Ударю! Хватит! Что? Что с тобой? Да никуда мы не уйдем! Витька! Никуда мы не уйдем! Сила! У тебя тут посидим! Опомнись, мой милый, опомнись! Покурим! Опусти хотя бы! Как ты? Безобразие, где твои? Ага, ну дела. А ты еще говоришь, едем троллейбусом. Обуйся, Вить, ну что? А я вижу, такси! Что с тобой? Вся уйдет! Да мы не уйдем! И не надейся! Нитка! Ты что? Озверел? Больно же. Мне торопиться некуда. Ну что с тобой? Тебе что, жить надоело, Витя? Эх ты. Алло, магазин? А Веру можно? Алло, Вера? Это я, Вера. Алло, Вера, я опаздываю, что? С ума сошел! Непредвиденный обстоятельств. А я жди дома. Ладно, Вера? Не теряй меня, Вера, пока. Ну что ж? Вить. Опять. Вить. А Вить, а может, ты из-за венка расстроился? А, Вить. Ну, неужели ты на меня обиделся? Ну, что произошло, Витька? Чего тебе не достает? Чего? Молодой, здоровый, красивый, работа у тебя есть, квартира прекрасная, женщины тебя любят, ну все у тебя есть, радуйся и живи. Чего ты еще хочешь? Я хочу, чтобы вы ушли. Ну ты соображаешь, что ты говоришь? Ну как мы можем покинуть тебя в такую минуту? Я... Мы же твои друзья. Я это дело доведу до конца. Я это дело доведу до конца. Витя, ты замечаешь, у тебя полы рассыхаются. Придется ремонтировать. Вот ты отремонтируешь. Дождался. Ты по квартирке пройдись. Прикинь, чего куда поставить. Старик, ты сошел с ума. Ну что ты мелешь? Ну что ты мелешь? Опомнись. Ты плохо думаешь о людях. Очень плохо. Кому нужна твоя смерть? Слушай, Толя, кому? Ты ему? Ты его не ради... слушай, Толя. Или ты мне? Его... Ты да и тебе-то она не нужна. Гони этого правильно, а если из своей квартиры. Не можешь жить. Понимаешь, гони его, к чёрт твоей матери. Ради Бога, живи. Ради Бога, живи себе. Пошел вон отсюда. Не уйду. Пошел отсюда вон! Я не уйду. Никуда. Покуда эта дурь не выйдет из твоей головы. Сядь! Дима, хорошо, что ты посмотрел. Дима, привет. Ты только посмотри на него и послушай, что он тебе позволяет. Извини, это глянь. Девочка, не успел как следует к поминкам подготовиться. Видишь, не успел. Сейчас. Дима, одна попытка уже была на наших глазах. А? Ну да, в самом деле. Картечь. Да. Пистоны у тебя ненадежные. Замени на простые, они безотказные. Ага. Спасибо за совет. Ты замени, обязательно. Дождь кончается, тронемся через часок. И куда я поеду? Нет, поедешь. Ну, дождичек. Ты поедешь на охоту. Куда я не поеду? Поедешь. Вот. Витя! Сапог, вставай. Хватит сходить с ума. Что, собирайся на охоту. Сейчас мы его, Дима, на улицу проводим. Вот так. Короче, будешь шизовать или поедешь на охоту? Никуда я не поеду. Ну, что тебе сказать? Дурак. Больше ничего не скажешь. Ты что, оно заряжено? Ну, правильно, Дима. Ты мне нравишься. Ты хоть не притворяешься, не прикидываешься, как эти. Дай руку. Пока, Витя.
Жалко, что не едем на охоту. Не вовремя расстроился. А то, смотри, лучше будет приезжать. Дима. Дим! Прощай, Дим. Подожди. Лодка твоя у кого? Лодка? Ну? У Хромова. Значит, я ее... Бери. Спасибо. Димка! Бери. Все берите. Вить, ну что ты говоришь? Все берите. Хотите моей смерти? Распределили, Вить, а? Хотите моей смерти? Хотите моей смерти? Давай-ка отсюда. Ну ты соображаешь своей головой, что ты говоришь? А? Быстренько, Дима! Дима! Ручка заряжена! Никуда не уйду! Ты убирайся. Опусти ружья. Уйди ты. У кого душка есть? Дима, ты извини, старик, я погорячился. Да нет, совершенно спокоен. Да, я хочу на охоту. Да.